Елена Ханга стала мамой в 39 лет. Она родила дочь Елизавету Анну в браке с председателем Совета директоров Центра политического консультирования Игорем Интусовым. Сейчас девушке 21 год. По словам Ханги, с тех пор, как малышка пошла в детский сад, а потом в школу, она старалась опровергнуть общепринятые нормы. Звезда хотела доказать, что она осознанная и активная мама, которая сможет позаботиться о ребенке не хуже 20-летней девушки. Елизавета Анна профессионально занимается большим теннисом. Сейчас дочь Елены Ханги учится в США, получает спортивную стипендию от университета. Это шанс бесплатно или почти бесплатно получить образование в Штатах, параллельно заниматься любимым видом спорта. Так Елена объяснила поклонникам решение дочери уехать за океан. «Я уже сказала ей, все, что я могла сделать для тебя, я уже сделала. Дальше сама, начиная с этого дня. Я подружка. Я хочу, чтобы она встала на ноги и могла не зависеть ни от кого. Не знаю, как она, я так считала, что нужно самой состояться в жизни», поделилась своей точкой зрения телеведущая. Делитесь своим мнением в